Евросоюз выиграл бы от улучшения отношений с Россией, но это во многом зависит от действий самой РФ, заявил замглавы МИД Чехии Якуб Колганик. Я думаю, что Европа получила бы выгоду от улучшения отношений между ЕС и Россией. Но в данный момент это во многом зависит от России, она должна проявить добрую волю и продемонстрировать прогресс, особенно в отношении Украины, заявил Колганик журналистам перед началом неформального заседания глав МИД стран-членов ЕС. Отношения с Россией и Украиной входят в повестку дня двухдневной министерской встречи в Люксембурге. Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.